Джим любит Мэри, и у нас сегодня вторая часть. Посмотрите, мы сегодня будем играть в каком-то лесу. Тут у нас дед какой-то, это, наверное, охотник. Твой папа? Нет, это охотник. А может быть, охотник? Мы... Они же убежали от родителей и деда. Может быть, да. Волк и осы. Видимо, нам нужно будет от них бегать. Наверное. Ну что, давай начнем. Поехали. Нужно всегда... Давай, сначала, похоже, мне нужно взять вот это сердечко. Ой, так тут вообще легко. Первый уровень всегда очень легкий. Ребят, ставьте плюсики, кто вообще прошел эту игру полностью. Так, прыгаем. Здесь у нас пока что никаких нет зверей. Все очень просто, элементарно, да? Да. Вот, у нас уже тут оса появилась. Так... Я беру вот здесь сердечко, у меня тут кнопка, я... Прыгай на сердечко, скорее! Так, и бери... Так, сейчас я тебе помогу. А, ты меня выпустишь отсюда, да? Так, давай, открывай давай. Ворота, и мы встречаемся! Ура! Здесь так. У нас уже коробочки. Ящики. Тоже ящик, я его попробую подтащить. Может, доберусь до сердечка. Да, ты должна его поставить, прыгнуть на него и по лесенке забраться. А мне, похоже, нужно бросить вот на эти шипы. О, все, я запрыгнула. Так. Так, пододвину сейчас. А, я тут уже не смогу, это все, уже твоя миссия, я буду тебя ждать так, здесь. Так, прыг, 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 прыг. Мне кажется, ли Мэри в этой серии гораздо выше прыгает. Более так, юркая. Так, аккуратно, возьми сердечко, не пропусти. Ну? Я так боюсь. Есть. Ух! Сейчас все, встречаемся. Прыгай ко мне. Есть. Так, здесь тоже, по-моему, 20 раундов у нас будет. Грибы даже есть. Фу-фу-фу-фу-фу. Так. За что браться? Браться наверняка сначала за коробку. Коробка упала, я прыгнул сюда. Так, ну прыгай. Сердечко взял, потом вот так, здесь... Так, понятно, открыл. Хорошо, тогда я тоже прыгаю. Так, а как я бросаю коробку. И что? Ты сможешь? Подожди, я, наверное, с этой коробкой должна прыгнуть до сердечка. О, да, теперь тебя... Ой! Все, я прыгаю, да? Там же оса. Да, прыгай. Прыгай туда, к осе, прыгай. Прыгай скорее, пока она не... Нажми на кнопку, нажми на кнопку сначала. Да, она тебя не достанет. Главное, не прыгай. Так, а подожди, оса сначала пролетит. Прыгай. Перепрыгивай. Бери сердечки и ко мне. И все, встретились. Фух. Получилось. Ура. Успели встретиться. Так, здесь что у нас? Шипы. Кругом так, шипы. Я попробую взять сердечко первое. Да, и нажми на кнопку. Что там кругом шипы, я вообще здесь никуда не могу прыгнуть. Что делает кнопка? Тихонечко нажми на кнопку. А, и нажми, брось. А как ты бросишь туда ящик? А, ну попробуй сейчас прыгни. Ящик нужно сначала поставить туда, чтобы он упал. Знаешь что? Ящик поставь вот на эту туда, он упадет и нажмет на кнопку. Да. Да, да. Только да. Поставь его посередине, чтобы он прям на кнопку упал. Еще, еще, еще. Не бойся, давай сильнее. Еще, еще. Вот так. Вот так. Да. Отлично. О, у меня Джим, смотри, мячиком играет каким-то. Так, та-дам! Получилось? Так, все, Джим, ты можешь прыгать. Да, вот сюда. Так, подожди, нам главное не встретиться с тобой. Да, ты пока отойди подальше. Так, я и беру... ты нажмешь. Я эту сердечко возьму. Ты... Так, прыгай туда. Отойди подальше. Подожди. Нет, ящик пододвинь, ты возьми сердечко. Ты сможешь взять или нет? Да. Я должна. Ну-ка. О, опа! Да, все, ура. Так, теперь я тебе открываю. И прыгай ко мне. Что ты мне открываешь? А подожди, нет. Я-то здесь. Как нам встретиться? Не знаю. Я же все. Смотри. Ящик двигай вот сюда. Вот тут мы встретимся. Так вот, сползай внизу. Я же не могу в эту дырку залезть. Точно. Ты ящик пододвигай. Ящик не везде помогает. Точно! Молодец, Джим! Ну, давай. Не могу.
О! Есть, все. Ура! Этот раунд мы прошли. Так, у нас новый уровень, и здесь какие-то деревья пуляют, не знаю, что это такое? Где кто-то сидит. Колючки какие-то, что ли, стреляют? Так, нужно их перепрыгивать. Я, кажется, могу пригибаться и ждать. Так, я тебя жду. Так, теперь прыгай ко мне. Так, сейчас самое сложное, мне нужно как-то очень-очень... Подожди, я сейчас соберусь. Прыгай, жди, жди. Ура! Давай. Ура! Получилось. Хорошо. Идем. Хорошо, что Мэри умеет пригибаться. О, пчела летит, оса. У тебя что? У меня есть какой-то рычаг. Смотри, если... У меня есть какая-то кнопка. Если я отсюда вылезу, то я это сердечко не смогу взять. Мне нужно как-то стоять здесь, тебе нужно... Нажать похоже на кнопку. Да. Бери сначала сердечко, которое рядом с тобой, коробочку. Вот, теперь коробку двигай туда, к косте. Я буду ползком все это делать, мне кажется, оса меня не достанет. Нажми на кнопку сначала. Опа, я упал. Так, теперь ты бери сердечко, прыгай на коробку скорей. Убегай оттуда. Так, вот тут стой. Сейчас я пойду вот сюда. Здесь у меня есть какой-то рычаг. Что он делает? Открывает тебе. А, я должен туда прыгать, да? Да. Точно. И все? Ура! Все! Да, это несложно. Волк! Ого! Так, подожди, давай сначала порассуждаем, как тут нужно... Волк нажимает на кнопку и открывается вон эта штука. Так, я хотя бы тогда возьму сердечко. Нет, я не могу сердечко взять. Так, давай тогда я двигаю вот эту коробку. Прыгаю так. Сюда беру сердечко. И у меня тут рычаг есть какой-то. Что он делает? О! О, ты мне выдвинул. Получается, я его должна, этот ящик сейчас продвинуть и с помощью него взять сердечко, так? Давай. Ну его, наверное, далеко не убирать. Так, теперь двигай вон туда, запрыгивай. Чтобы нажать, да, ты как раз таки прыгнешь. А, наверное, откроется мне откроется... Шлагбаум откроется. Ворота откроются. Так. Давай, сейчас, проходи. Сейчас волк уйдет. Ой! Он еще и бежит ко мне. Давай, сейчас ко мне беги. Все, встречаемся. Ура! Получилось. Меня волк лижет! Ух ты! Он тебя не кусает, видимо, он тебя любит. Вот это да! А меня-то сразу кусает. А что мне с ним делать? Перепрыгивай его, нажми на кнопку, я, наверное, поеду наверх. Ай! Он со мной играет! О, пусть он тут... О! О! Он открыл тебе это, получается, сидел на кнопке. Эй-эй-эй-эй, я еще не запрыгнул. Ой, извини. Так, смотри, я тут какую-то коробку могу тебе сбросить. Так. И что ты... Что мне эта коробка дает? Ты прыгнешь на повыше. Да, и нажмешь кнопку еще какую-то. А я, наверное, быть? Упаду. Да, я упаду, наверное. Да. И тут еще будет одна коробочка. Так. Я бросаю ее сюда. Так. Подожди, отойди. Отошла. Я сердечко в одно возьму. Все, встретились. Все, ура! Получилось! Какой классный волк! Не знаю, мне это не очень нравится. Я все равно боюсь ему попадаться, вдруг он укусит. Нажми на кнопочку, и похоже, у меня лифт поедет. Да, как будто ты поехал. Так, и снова нажми. Подожди, я запрыгну. Нажимай. Жди. Отпускай. А, все. Так, я прыгаю сюда, открываю тебе. Ты только ко мне сразу не иди, иди к своему этому, волку. А ты уверен? Ты меня вот так вот? Да он тебя любит, смотри. Ой! Ой, так мило! Бери сердечко и ко мне прыгай тогда вот сюда. Он совсем как ручной, да я с ним поиграю? Смотри, он лижет меня. Как домашняя собака. Да. Ну ладно, пока-пока, волчонок. Ну и все, наши встретились. Все, 11-го прошли. Но в этот раз, ребят, мы, похоже, играем гораздо быстрее, чем первый раз. Мы первый раз были какие-то сложности. Пишите в комментариях, кто смотрел нашу первую часть. Здесь есть у меня большой ящик. Наверное, чтобы я...
А там еще маленький ящик. Так, значит мне нужно сюда прыгнуть. Туда-то я, наверное, не запрыгну. Я брошу его сюда, потом сброшу вниз. И что он сделает? Он защитит тебя, наверное, от колючек? Да, наверняка. Так, двигай этот двигай ящик. Прыгай на ящик потом, аккуратно. Подожди, чуть-чуть подожди, колючка пролетит. Давай. Стоп, сиди. Прыгай. Ну ты что? Давай скорее, на ящик и туда, на кнопку. Давай. Прячься. Прыгай на ящик. Куда ты? Прыгай на ящик. Подожди. Так. Давай. О, ты еще какой-то ящик сбросила. Так, подожди. А как я-то заберусь сюда? А? Я-то как заберусь? Я что-то не понял. А, тебе нужно... Да, я смогу. Подожди, ящик... Вот, ящик, теперь двигай. На кнопку ящик пододвинь. И он уедет вниз. Нет, он нажмет. Он уедет вниз? Я думаю, что да. Благодаря этому ящику я могу запрыгнуть. Так, а подожди, нажми на желтую кнопку. Вот, да. Он опускает. А нажми на красную, что он делает. Для чего эта штука? Непонятно. А, он ящик это нужно было сбросить. Ой, что тут надо делать? Нет, все-таки нужно тебе будет... Не знаю, что делать. Бросай ящик туда. На лифт ящик точно. Бросай. Да, и ты тогда ко мне перепрыгнешь. Нет. Опусти его до конца. Вниз. Давай. Ай! Только не сбрось его. Жди до конца. Жди до конца, не торопись. Подожди, он уедет самый. Фу. Ну, давай. Тебе не нужно прыгать? Я все время перепрыгиваю. Давай я попробую. Не могу. Да, я попробую. Давай, подожди, может я смогу сейчас. Ящик двигай, ящик. Вот так. Сама так. Ладно, я все равно смогу, подожди, игра не закончена. Как? Смотри. Так, сейчас он бросит. Я прыгаю, прижимаюсь к полу. Двигаюсь. Так. Ну, в общем, махинации какие. Так, нажимай на кнопку. Лифт улетает. Прыгай скорее. Ой, теперь бери сердечко, пододвинь ящик поближе. Еще ближе, еще. Еще ближе, еще. Еще! Достаточно! А если упадешь, то все. Вот, все, получилось. Ура! Слушай, какой сложный раунд! У меня там миллион кнопок. Это что? Это лифт я какой-то опускаю. Зачем? Подожди. Я не могу запрыгнуть. Эта кнопка что делает? Ты мой лифт опускаешь. Сейчас я разберусь с кнопкой. Давай, я пока подожду. Так, это... Так, сюда не зайду. Куда я дойду? Ты еще меня опустишь. Шо. А синюю? А, синюю ты зайти не можешь. Так, ну давай ящик попробуем сбросить. Бросай ящик туда. Бросай. Бросай. Так. Так. И что? Так, а вот тот рычаг что делал? Он поднимаю к тебе. А, смотри, я к тебе потом... Отойди. Я к тебе подвинул два ящика. Зачем? Так, ты, наверное, понимаешь? Чтобы я подпрыгнула. А, точно? Нет. Да. Могу подпрыгнуть. Подпрыгнешь. Встань поближе. Поближе вставай. Давай еще я пододвину тебя. Ну? Еще ближе подходи к краю. К самому краю. Вот прыгай теперь. О! Подожди. Сверху какой-то рычаг. Нажми на него сначала. Что он делает? Он так. Открывает. Вот, он тебе открыл. Теперь ты прыгай. Бери сердечко. Теперь очень аккуратно, подожди. Они сначала пульнут. Прыгай! Вниз, сразу вниз! Фу! Так, а теперь надо взять вон тосик. Нажимай еще раз. Мне ящик должен упасть. Зачем он ящик нам? Я все, беру сейчас сердечко, мы встречаемся. Опа, все? Ура!
Фу, сколько здесь головоломок. Да. Так, нажимай на... Подожди. Пролазь, стой внизу. Сейчас буду стоять. О, волк-то открывает. Он сейчас будет уходить, он откроет. И быстрей, быстрей. Фу. Ура! Успел убежать. Нажимай на кнопку, там, видимо, лифт. Так, ну давай, сейчас сердечко сначала возьму. Взял. Кнопочка. Да, лифт приехал. Ты возьмешь сердечко. Да. Очень давай. Осторожно, потому что там стреляет еще. Прыгай. Подожди. Вот сейчас прыгай. Прыгай сразу, прыгай. Быстрее. Мой любимый волк. Перепрыгивай его, перепрыгивай. Подожди, я его подвину. Нет, не могу. Волк, ну уйди ты. Пододвинь его. Не могу. Ты перепрыгни его, чтобы он ушел. А-а-а! Чтобы он за Нет. тобой ушел. Вот теперь прыгай. Вы видели, меня колючка даже не беги, задела. Беги, беги. О, все, получилось. Ура! На самом деле играешь на одном дыхании, да? Да. Так, что-то снова сложное. Давай сначала попробуем порассуждать. 15-й. У тебя сверху есть коробка. Есть снизу коробка. У меня здесь тоже. У меня тоже две коробки. Однозначно я сначала должен прыгнуть, взять наверху сердечко. Сбрасывай коробку, может быть, она тебя защитит? Ты все равно там не проползешь. Ой. Нет, я вон сверху это сердечко смогу. Оу! Волк меня съел. Сначала мне однозначно нужно взять наверху сердечко. Ты бросай там все свои коробки. По возможности на пчелу, да? Да, ей, по-моему, без разницы. Я коробку брошу сюда, чтобы волк ее отодвинул. Наверное, я потом должен буду... Ай-яй-яй, куда же ты, коробка? Наоборот, хорошо, большая коробка, прыгай! Ладно, стой там, я к тебе сейчас заберусь. Я стою. Ты как, знаешь... Вкусная еда. Так, подожди, прижалась. Подожди. Так. Фу. Фу, получилось. Встретились. Так, какой у нас уже? 16-й. Осталось у нас 4, да? Так, подожди, ничего не делай. Я посмотрю, что у меня за кнопка. Давай. Я здесь делать ничего не Лифт. Смогу. Давай, я... Поднимайся на лифте. Ну, давай. Убирай эту кнопку и прыгай вниз. Там у тебя рычаг еще есть какой-то. Проверь, что это такое. А, значит, смотри, я буду прыгать периодически. Ты его только до конца туда не делай. А, то тебя прижмет. Точно. Я упаду Прыгай. На горячке. Подожди, да. Я сначала сюда прыгнул. Так. Сюда прыгнул. А, пододвигай. Так. Так, стой, жди. Я стою, жду. И что? Тебе... Прыгай! Зачем мне обратно? А я ведь никуда не прыгну. Так тут вон, это, ворота закрыты. Снизу подожди, кнопка еще точно. Есть одна. Она меня не заденет. Я понимаю. Ты сердечко возьмешь? Да. И что? А я-то как отсюда теперь выберусь? Подожди. Я же застрял уже, все. Как это ты застрял? Прыгай! Думаешь, я смогу да. прыгнуть? А мне кажется, я не смогу. Одинаковое расстояние, прыгай! Нет. Надо было ближе подойти. Нет, это не да. так. Не так. Значит, на лифте надо было ехать. Давай еще раз. Тебе смотри, перед тем, как ты будешь вниз прыгать, вот есть рычаг. Так. Ты должна сначала на него нажать, чтобы лифт ко мне поехал. И я сначала отсюда на лифт прыгну, потом быстро туда заберусь. Да, давай. Так, нажимай кнопку, я на лифте наверх. Готовься. Прыгнул. Заходи в лифт. Фу. Все, я к рычагу. Подожди. Давай. Ну возьми пока сердечки. Нет, 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 Боишься? Я не смогу так взять. Все, я... Обратно, да, отправляю? Отправь его обратно, но не прыгай. Отправь его обратно, подожди теперь. Нажимай снова и прыгай вниз. Нажимай снова и сразу вниз прыгай. Вниз сразу же прыгай. Во. И оса тебя задела. Тебе нужно было нагибаться. Она меня... Не... А как? Она как тебя это? Задела. Ну ладно. Здесь мы только два сердечка смогли собрать. Но очень сложный уровень. Ой-ой-ой-ой. Сколько здесь? 4 дерева. 2 осы.
Фу. Мне кажется, это что-то невероятно сложное. И как тебе сердечко вообще взять? Ты же не сможешь просто так взять? Нет, как-то я смогу. Я же умею приседать, значит, я должна улететь. У меня есть момент, когда я должна улететь. Наверное, деревья-то можно задевать? Нельзя просто колючки задевать? А я-то куда смогу я? Так, ну, ты никуда давай. Пока. Оса улетит, эти стрельнут, ты сразу прыгай. Раз. Нагибайся. Фу. О! Вот что тебе надо будет. Я пробегу, ты сразу нажмешь. Сейчас убери. В другую сторону лучше. С другой стороны стой. Вот там сиди. Сейчас я подготовлюсь. Так, оса пролетит. Куда она пролетит? Вот же. А? Вот сейчас. Оу! Оу! Ну, выходи скорее, скорее, скорее! Фу, два сердца взяли, но прошли. Здесь нужно прям быть это... Очень юрким, ловким. И план, чтобы был. Да, только одновременно с помощью плана, да. Кнопки нажимать там. Слушай, мне почему-то кажется, что если я нажму на кнопку, то вылетит оса. Нет, ты нажмешь на кнопку, сверху, смотри, ящик какой-то есть. Мы должны сбросить его, похоже. Ну-ка, а если она вылетит? Нажми, да. Подожди, нет, подожди, давай У меня желтая кнопка, у тебя зеленая. Видишь, желтая, зеленая. Нажимай, вот, видишь? Да. О, нам ящик выдвинули. Теперь мы ящик должны пододвинуть и прыгать повыше. А, точно. Ну, смотри, у меня там оса. Значит, не нажимай только, не нажимай. Ничего не нажимаю. У меня красный рычаг, я открываю свое, и вот это, и у тебя. А ты синий откроешь. То есть нам одновременно с тобой надо прыгать и быстро оттуда убегать. Потому что оса сразу полетит. Давай на счет три прыгаем. Поближе встань. Раз, два, три. Убегай. Ай, сердечко еще одно не взяли. Вот что значит, нужно сообща здесь играть. Ладно, идем дальше. Так, так. Желтая кнопка от твоего желтого лифта получается. Красная кнопка вот от верхнего лифта. Так, подожди. У тебя есть белая. Мне нужно сначала... Ай-яй-яй. Ты не можешь пробраться, значит должна пробраться я нет, там. Нет, 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 я смогу. Ну как? Мне нужно будет сбросить этот ящик. И взять сердечко. Сердечко взял, ящик. Сбрасывай, беги. Вот. Так, ты мне одно освободил. Освободил. Чуть-чуть. Сейчас еще здесь нажму. Еще будет. Тоже надо ящик тебе туда поставить. Поставь на кнопку ящик, чтобы я потом выбралась. Поставил. И теперь что? Теперь я нажимаю тебе на ящик. А, нет, подожди, подожди. Это не ящик, это лифт. О, лифт. Сейчас я его вниз спущу. Так, давай. Так. Я перепрыгну. И нажимаю красный. Зачем на красный? Ты тоже поедешь. Да-да-да. Еще можешь нажать? Или это все? Все. И что? А эти выдвинулись сюда? А есть белая? На белую ты уже нажал. Мне сначала нужно... На зеленую тебе нужно нажать, и тогда я вылезу. Мне нужно сначала... Ведь все сердечки собраны. Мне белую сначала не нужно нажимать, иначе я не смогу. А как же ты потом нажмешь? Я же не вылезу. Давай, 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 давай. Все уже продумано. Так. Я ящик сначала сброшу, зеленый. Так. Пододвигай меня на красный. Потому что вот это белое выдвигается. На зеленую, точно, точно, точно. Отлично. Есть. И сейчас белую пододвину. И ты будешь на свободе. Только я к тебе не запрыгну. А, мне к тебе нужно будет. Ты, видимо, сегодня отдыхаешь. Подожди. Ой, я напрыгалась и лифт от тебя убрала. Так, давай поднимай наверх. Джим, ты скоро встретишь Мэри. На красный нажимай. О, ура! Здесь мы взяли все три сердца. Итак, ребят, у нас 20-й заключительный раунд. С моей стороны смотри шипы, и с твоей стороны. И у тебя еще оса там.
Так, зеленая кнопка говорит о том, что оса нажимает на твою зеленую штучку. Точно. Ты следи за своей кнопкой, за своей дощечкой, а я слежу за осой, чтобы не сердечко взять. Хорошо. Так, ты поближе подвинулась. Должна будешь перепрыгнуть осу тогда. Перепрыгивай, перепрыгивай, убегай. Так, 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 я лифт, кажется, отпустил. Подожди. Быстрее. Подожди. Быстрее. О! Фу, успел. Так. А, что надо? Прыгай на рычаг, на синий. Опа! Ой, подожди, только не уходи, пока я не прыгнул. Стою, жду. И что, нам теперь нужно вдвоем прыгнуть, что ли, на сердечко? Да. О, ужас. Ближе давай. О, ужас, я с разбега буду. Давай. На счет три. Раз, два, три. Получилось. Что он бежит, этот дед? Зачем? Ловит нас, что ли? А, там шипы, мы прыгнули, и он... Он пытается нас поймать. Он нас поймал, он нас на самом деле спас. Вот почему волк любил так девочку. Смотрите, то есть он, видимо, жил. Прилетела ворона? Принесла письмо. Или забрала? Нет, письмо какое-то принесла. Наверное, будет следующая игра. Наверное, да. Не знаю, есть, ребята, если вы знаете, есть тут третья часть или нет. Тогда мы поиграем, если она есть, однозначно мы должны ее пройти будем. О, игра была местами сложная, местами легкая. Если вам понравилось, ставьте нам лайки, не жалейте. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ну и нажимайте на колокольчик, тогда вы самые первые узнаете, когда вышло наше новое видео. Все, ребят, пока-пока! Пока-пока!